Перед ребятами в этот день стояла нелегкая задача – в течение короткого времени попытаться понять и внести свои предложения в проект федерального закона о государственной молодежной политике Российской Федерации. Участники молодежного форума были разбиты на 5 команд, и у каждой был свой субъект. Молодая семья должна учитывать в том числе семьи с усыновленными детьми и детьми, находящимися под опекой одного или обоих родителей. Данный тренинг направлен на то, чтобы они себя как раз почувствовали в роли парламентариев, да, некой Государственной Думы, потому что им предоставлен законопроект, да, то есть как бы законодательная инициатива, она уже произошла. Теперь они в качестве Государственной Думы рассматривают этот законопроект, да. Возможно, они возьмут его за основу и будут дорабатывать. Даются очень трудно, но достаточно интересно. Мы хотели, чтобы добавили в федеральный закон главу 16 именно о молодежной организации. И то есть, чтобы с нами взаимодействовали, ну, как бы, чтобы нам тоже помогали. То есть не так, чтобы мы сами всего добивались, а именно, чтобы была, ну, помощь обратно. Пятый раз в Ленинском районе проходит молодежный форум по делу. Тематики меняются, меняется и отношение ребят к этому форуму. Действительно начал по-другому смотреть на жизнь. До этого у меня были немного другие представления. Поэтому я могу сказать, что на всех людей, которые сюда приезжают, лагерь очень сильно влияет. Я приехала сюда с целью научиться общаться, разговаривать. Как руководителю проекта мне здесь очень полезно быть, и мне здесь нравится. Форум по делу 2018 направлен на создание в Ленинском районе молодежного парламента, куда войдут инициативные молодые люди, способные отстаивать интересы общества. Мы начали сегодня работу в данном уже направлении. Создано положение о работе нашего парламента. Вот. Продвигаем его в Совет депутатов. Надеемся, что районный Совет депутатов нас поддержит. Мы приехали сегодня им подсказать, помочь, направить, зарядить энергией, мотивировать, для того, чтобы они действительно понимали, что будущее зависит от них. И нужно не сидеть на месте, а действовать. Своим опытом работы на форуме поделились представители молодежных парламентов из городов Минска и Перми. Людмила Медведева, Сергей Ларин, Елена Кошлева, «Видное ТВ».